Балтик Парк у Дворца Конгрессов развернулся спортивно-развлекательный городок. Для его маленьких посетителей работали 10 интерактивных площадок. Главными гостями праздника стали самые маленькие жители Стрельны. Городок спорта и развлечений, Дворец Конгрессов и местные власти открыли ко Дню защиты детей. В течение всего дня работали бесплатные батуты и качели. Ребят развлекали аквагримеры и персонажи из мультфильмов. А тем, кто уже начал приобщаться к спорту, показали мастер-классы от скейтбордистов и роллеров. Занятия по интересам себе нашли и взрослые. Он нужен для бодрости тела и духа. Это, грубо говоря, растяжка всего тела. То есть, если обычный тренажер, он работает только на там, одну группу мышц, то этот на все группы мышц. Пристегивают за руки, за ноги и растягивают. На берегу Финского залива юные моряки состязались за звание лучшего. На суше они вязали узлы, а на воде управляли лодкой. На празднике место нашлось и для любителей велоспорта. Они смогли протестировать новые модели железных коней и пройти бесплатный техосмотр своего старого двухколесного друга.